Эта коллекция была передана семьей Виктора Емельянова в дар фонду генерала Панфилова. Он скоропостижно, к сожалению, скончался. Нам лично не удалось с ним встретиться, видеть его, общаться. Но человек был увлеченный, занимался коллекционированием военно-исторической миниатюры, техники. И многосторонне развитая личность была. У него сохранились сказки Второй мировой войны. Семья вышла на нас, желая сохранить коллекцию в едином целом, и решила подарить его фонду генерала Панфилова. Вот сейчас мы будем готовить витрины для экспозиции этой коллекции в полном ее объеме. Здесь вы видите только часть экспозиции. В полном объеме уже будет, когда после реставрации музея будем уже готовить в полном объеме для показа. Ну, то есть вот на в этом столе все работы... Это работы разных мастеров. А разных? Да. А его конкретно какие? Он был коллекционер. А, понял, он коллекционировал. Он сам ничего не делал. Но он собрал, заказывал. Это тоже труд. Да. Заказывал, покупал, вкладывал большие деньги. То есть вот эта работа стоит очень дорого. Да, рыцарь, да? Да. Это одна из элитнейших студий, русский Витязь, которая выпускает, делает роспись на миниатюре. Покажем портрет человека, который подарил, да? Вот Виктор Емельянов, можно сказать, пожертвовал коллекцию. Ну, думаю, что в военно-патриотическом воспитании, да, все-таки важный элемент. Конечно, это аспект, когда дети видят... Мечта любого мальчишки, оловянные солдатики. Во-вторых, это... подвигает на изучение истории, на изучение какой-то части жизни солдат. Видя любые модели здесь, это прежде всего продвижение именно военно-исторической темы и патриотического воспитания в целом. И танки, да, тоже? И танки тоже. Да. Вот это все его, вот эти столы, это все, вся его коллекция. Ну, не вся, часть его коллекции. Часть коллекции. Да. Здравствуйте еще раз. Как еще дела? Раз. Да, нормально. Уходят люди, да? Да, к сожалению. Молодыми уходят. Именно. Да вот именно что. Никто не до пенсионного возраста не дожил. Вот это фигуры росписи «Синиус». Фирма «Синиус» занимается росписью. Тоже одна из элитных студий питерских. В смысле вот это, да, композиция? Да, вот это. Вот в коробочках стоит вот это «Синиусовский рыцарь». Симпатичный стоит башня. Хочу такую же собрать, у меня ничего не его близкие
передали в дар ее, чтобы люди могли в музее посмотреть.